Поддержать малый бизнес в период сложных экономических условий – одна из первоочередных задач Сбербанка России в нынешнем году. С марта банк отменил комиссии и снизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса. В августе сделан еще один шаг – появилось предложение по рефинансированию кредитов, выданных в других банках. Разница в процентах позволит предпринимателям сэкономить на ежемесячных платежах по кредиту и повысить конкурентоспособность своего бизнеса. Конкуренция ужесточается, и возможности зарабатывать становится на самом деле меньше. И сама маржинальность услуг и производства, она снижается. В филиалах Сбербанка уже готовы к наплыву клиентов, привлеченных новыми выгодными предложениями. Специально обученные кредитные инспекторы помогут подобрать для каждого подходящий банковский продукт. Кредит для сегодняшних предпринимателей не столько обременение, сколько эффективный инструмент для развития бизнеса. Работать только на собственном капитале невыгодно. Почему? Потому что, предположим, деятельность генерирует прибыль 10% рентабельности. А свою чистую прибыль предприниматель мог бы вложить в другие бизнесы, которые могли бы генерировать доходность. Предложение по рефинансированию кредитов других банков действует в Сбербанке до конца этого года. Все подробности на сайте sberbank.ru, а также в офисах Сбербанка в Вишкар-Оле по адресу улица Карла Маркса, 109Б и Пушкина, 30. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.